Сотрудники дорожно-патрульной полиции задержали угонщика. Автомашину ВАЗ-2106 мужчина угнал в микрорайоне Казгурт. Обнаружив пропажу автомобиля, владелец заявил об угоне в полицию. Задержали автомашину уже через 2 часа. В ходе операции «Перехват» мы увидели на дороге автомобиль, объявленный в розыск. Водителя мы задержали и доставили в Абайский отдел полиции. Автомашина водворена на штрафстоянку. Как объяснил задержанный, он житель села Кала. Будучи пьяным, он лишь хотел побыстрее добраться до дома. Я сказал хозяину машины, хочу поехать домой. Владелец в это время зашел к себе во двор. Когда он заходил, я ему сказал, дайте мне, пожалуйста, машину съездить домой. И он ее дал. Но правда, я немного выпил. Впрочем, сам хозяин «Жигулей» заявил, что с мужчиной не знаком и увидел его первый раз в жизни. Как я могу дать автомашину человека, которого знать не знаю? Он к тому же был весь красный, явно пьяный. Вообще не знаю, кто он такой. А полицейским спасибо, что всего за 20 минут нашли машину. Сейчас в отношении задержанного по факту угона возбуждено уголовное дело. Материалы дела готовятся для передачи в суд. Полицейские 817-го экипажа дорожно-патрульной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали молодого человека, подозреваемого в преступлении. Незадолго до этого к сотрудникам полиции с заявлением о попытке изнасилования обратилась 28-летняя жительница города. Происшествие случилось в 15-м микрорайоне. Нам поступило сообщение о том, что во дворе дома номер 4 в 15-м микрорайоне произошла попытка изнасилования. Женщина сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина азиатской национальности. Мы оперативно выехали на место вызова и задержали мужчину 1985 года рождения, которого для принятия процессуального решения доставили в Инбекшинский отдел полиции. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен служебный пропуск, действительный до 2018 года. Задержанный был доставлен в наркологический диспансер, но свою причастность к преступлению мужчина отрицал. Пусть женщина, если это действительно произошло, покажет место, где это было, или какие-нибудь другие доказательства. Я же просто с ней поговорил, ничего не делал. Я выпил, поел, но к ней не приставал. Ребята приехали и забрали меня на экспертизу. Каждый делал свое дело. Все материалы были переданы в Инбекшинский отдел полиции. Сейчас следователи РОВД принимают процессуальное решение. Мерседес поворачивал на разметке, и вот приехала Ауди. Зрители программы по сети WhatsApp нам прислали видео очередного ДТП. Мерседес-Бенц разворачивался на дороге, когда в нее врезалась Ауди 100. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Вопрос возмещения ущерба водители решили между собой, свидетельствует автор материала.